У Могилевском драматичном театре на тыдні премьера спектакль «Казки Старого Арбата» по пьесе Алексея Арбузова ставит режиссер Александр Дольников. Жанр – ностальгичная комедия. Створальники спектакля уверены, что люди стомились от дрянных новин, и им вельми потребны становчие эмоции. Арбузов еще при жизни утверждал, что нашим театрам не хватает сердечности, азарта чувств и простой человечности. Вот эти слова, они звучат все-таки и сегодня довольно-таки актуально, как вы сами понимаете. Поэтому мне хочется, чтобы зрители, которые придут на этот спектакль, они получили заряд какого-то бодрости, заряд этого света, который идет со сцены к ним, заряд любви. Потому что сегодня нашему человеку, современному, не хватает, мне кажется, этих светлых чувств. Теперь на сцене идут опошние репетиции приготовления до премьеры. Александр Арбузов – ведомый советский драматург. И хотя пьеса «Казки Старого Арбата» амаль полстагодия, она и досюль актуальна, упэўненая творчая группа спектакля. Тут рассказывают про вечные каштовности и головные житевые пытания. Вопросы конфликта поколения, вопросы человеческого одиночества, человеческой самореализации. То есть и это всегда будет актуально и на все времена. История майстра-лялечника Балясникова, как казка, у якой нашлося место и смеху, и журбе, и каханню. У «Казка Старого Арбата» не хэппи-энд, але финал надеи. Это спектакль про сапраўдныя пачуцці. Конечно, любви искренней, которая не смотрит ни на возраст, ни на время. Она смотрит куда-то вглубь, во что-то настоящее, во что-то истинное. Она видит это, чувствует. Режиссер Александр Дольников, який ставит спектакль, живе и працует в Москве, але с Могилевым его шмат звязывая. Еще в 80-е годы минулого стагодия ён узначальвал трупу нашего театра. В областном центре застались его сябры, коллеги, и ён с задовольнением, принимая запрошение, ставит спектакли у Могилевском театре. Премьера «Казок Старого Арбата» 27 студеня. Илона Иванова, Миколай Соболев, новини региона.